ευλογητό ο Θεός В наше время жизнь совершенно противоестественная. Раньше люди занимались хозяйством, много двигались, и сейчас они ведут сидячий образ жизни. Поэтому физические упражнения, физическая активность, они становятся необходимыми для функционирования тела, для правильного функционирования органов. Я знаю и на Афоне русских монахов, которые занимаются. Так что правильно о здоровье заботиться и заниматься каждый день, и оно понемногу. Вот преподобный Порфирий Косоколевит, когда жил в Афинах, он имел велосипед и каждый день занимался. И что мы скажем, что мы по жизни выше преподобного Порфирия и все возложим на Бога? Нет, правильно заботиться о теле, как о муле, давать ему пищу, нагрузку. А преподобный Порфирий имел великую благодать. Но он имел велосипед, он, конечно, не по Афинам ездил, а имел тренажер.